Всем привет, друзья, с вами Ченджер, и мы возвращаемся в The Division. Да, внимательный зритель может заметить, что время игры увеличилось по сравнению с окончанием прошлой серии. Но все не просто так. Я между сериями пробежал по нескольким районам, выполнил одну дополнительную миссию, которая висела у нас по соседству, и раздобыл все разведданные в этих районах. То есть у нас, в принципе, больше 50% всего собрано разведданных, довольно дофига. Собрал хренову тучу лута. Давайте, я уже даже некоторые разобрал, потому что там по мелочи. Всякий отстой я сразу разбирал. Давайте посмотрим. У нас по ресурсам, в принципе, пока ни о чем. Но потихоньку мы набираем, скоро мы отстроим базу. Давайте забежим, я покажу, что подобрал. Посмотрим, во-первых, имеет ли я ничего не ставил себе, ждал вас, чтобы на камеру совместно разобраться в том, что у нас есть. Давайте, может, проведаем. А у меня, наверное, места нет нихера в рюкзаке. Да, рюкзак 50 из 50. Вот видите, как, блядь. Как происходит? Ладно, давайте, короче, смотрим. Что есть? У меня, короче, старая винтовка снайперская 13 уровня. Это полный позор. Есть... обычная 19 уровня. Вот это штурмовая винтовка. Тоже 19. Давайте сейчас, подожди, да, это снайперка. Давайте делать. Надо новую снайперку в любом случае. Это пистолет-пулемет. Штурмовая винтовка. Штурмовая винтовка. Снайперская 15 уровня. Это мы сразу помечаем, как. Да, разобрать все нахер это. Вот это тоже. 14 уровня. Тоже, само собой. 16-го также. Давайте, надо разбирать. Да. Что у нас есть из снайперки? Вот, снайперская винтовка 19 уровня, да. Ну, само собой, ставим ее вместо нашей. Вот. Но она, это та, которая хорошая, но медленная, да? По-моему. Ладно, посмотрим. Так, это 13 уровень. Она служила нам верой и правдой. Но мы разбираем ее без сожаления, потому что у нас теперь лучше. Смотрим, что из оптики можно прикрутить. Это что? Урон от выстрелов. Подожди, нет, не то. Вот этот, да. Магазин. 20, стоп. Нихера себе, давайте, давайте так. Урон в секунду у нас будет лютый просто с этой винтовкой. 2200 точность и скорость перезарядки. Это полезно для снайперки. И здесь что? Винтовочный глушитель лучше него, ничего нет пока. Ладно, смотрим. Да, теперь давайте выбирать, есть ли у нас что получше, чем наша штурмовая винтовка. Так, это снайперка. Так, штурмовая винтовка. Ну, вот это штурмовая винтовка. И у меня есть 20 уровня ручной пулемет. Не знаю, имеет ли он смысл, но подождем 20 уровня. Итак, не, ну что, ставим вот это, конечно. То есть тогда это разбираем. Да. Это тоже разбираем. Вот, ставим ее. Убираем все модификации. Разбираем. И давайте посмотрим, что сюда. Подожди, это. Вот, я уж думал, не так же выглядело, что происходит. Оптика. Давайте опять голографический. По стандарту, в принципе, идем. 13615. А, это, блядь, где-то она стоит там. Подожди, а вот это можно купить 18 уровня здесь на базе. У меня, наверное, деньги-то есть еще. Давайте пока вот этот увеличенный магазин поставим. Посмотрим, во-первых, что можно скрафтить еще. Это я не глядел вообще. Здесь, ну, вот это пойдет. И тут 14815. Винтовочный глушитель на автомат, на штурмовую винтовку. Ну, в принципе, это тоже винтовка, не знаю. Так, пойдет.
Ну, это разбираем тогда. Отлично, пистолеты у нас тоже есть. Магнум. Но они оба ни о чем. Хорошо. Тогда пока с 17 уровнем побегаем по броне. Увеличение опыта за убийство и навык. Не, пока, мне кажется, не имеет смысла ставить его. Так, здесь обычный противогаз, но у него защита на 2 больше. Живучесть совсем чуть-чуть и плюс 6 опыта за убийство. И модификации у него нету, да? Ну давайте поставим, в принципе, неважно. Но у него совсем немного. Хотя нет, на урон секунд, наверное, все-таки. Живучесть тоже там вообще капелюшечку прибавляет, не имеет смысла. Так, здесь урон в секунду совсем немного. Навык он, конечно, прибавляет нормально, но... Ну, тоже нет, не знаю. Просто не знаю, насколько лучше бегать с обычными. С качественными, вернее, это качество, нет, это обычные. Насколько велика разница в том, что я бегаю, например, с броней чуть пониже, но качественной. По сравнению с тем, что я бегаю, если... Вот так вот, ни одного нового чертежа. Нихера себе так. Быстросъемный магазин. Увеличенный магазин. Давайте-то тогда посмотрим в магазине нормальном, сколько стоит. 14 тысяч у меня есть. Увеличенный магазин, да, это вот тот вот, 19 уровня. 9 тысяч за него хочешь, ну давай. Еще один довольный клиент. Конечно, доволен. Так, то есть мы ставим это на штурмовую винтовку. Давай. Да, и вот так вот тогда. Ну все, у нас теперь машина для убийства есть. Так, что я хотел, что... А, давайте глянем, у нас, так как мы выполнили в тот раз... Я думал, с нами кто-нибудь поговорит, а они видят, какие нет. Ящик с трофеями. Модификация. Ну давай, берем. Посмотрим сразу. Плюс 3 самонаводящиеся мины на радиус взрыва. Первая помощь, самолечение. А здесь... Ну, давайте вот так оставим. Нет, только не на самонаводящиеся мины, а на самолечение. Вот так вот лучше. Здесь что можно... Запас нет, так оставим. Хорошо, сюда. Нихуя, у нас тут импульс, длительность. Смотрим, что можно воткнуть. А давайте вот так силу навыка подровняем себе. Сюда ведь тоже что-то... Первая помощь есть у нас уже. А, и здесь все. Ладно, хорошо, хорошо. Да, я думал, нам этот чувак чем-то расскажет, раз мы выполнили в той серии сюжетное задание. Ну да ладно. Боеприпасы, штурмовые винтовки. Да, в прошлой серии, кстати, да, еще забыл. Мы зашли ведь в конце в темную зону, и как... Знаете, я вошел во вкус, думаю, надо будет периодически туда наведываться. 30, 27 валюты темной зоны, да. В принципе, мы добили 7-го рейтинга, добились. Но он понизился из-за того, что нас убили, но это и то чисто из-за того, что я пожадничал. Я же бежал к зоне эвакуации, но решил, да ладно, давайте попробуем, посмотрим. Потом нас взяли в кольцо и расстреляли как собак, поэтому больше так не надо делать. А так, в принципе, вполне нам по силам. Ну что, давайте выполнять операции здесь, переместимся на этот опорный пункт и пойдем
Да, в целом мы продвигаемся вполне хорошо, мне кажется, сюжет 50% выполнен. Дополнительные задания в левой части города уже все, в западной части города, так скажем, в левой. Что со мной? В западной части города уже все выполнено. Безопасную зону. Выполняем также тут. Внимание, выход из безопасной зоны. Ну давай, здесь враги потолще, будет поинтересней. Так, выбираем операцию. Ну я думаю, раз, два, три, четыре, пять. И прям идем одна за одной, да и все. Погнали. Как... Извините. Как выполним побочные? Кто? Нет никого. Сука, вот и мудак. Давайте опробуем нашу... Нормальный автомат, что, штурмовая винтовка, вернее, нормально. Нормально стреляет. Сюда. Внимание, обнаружен противник. Где? Нет никого, хорош. Да куда ты сел-то, придурок? Ёб твою мать! Пацаны, это вам, развлекайтесь. Следующий. Блять, да куда ты встал-то? И давайте опробуем снайперку. Нормально, хедшотики проходят, это самое главное. Сука, быстрей. Ах, он падла. О, пробивает там нормально. Хотя он 16 уровня, но все равно 16 уровень это тебе не 4. Есть. Хорошо. И аптечку на всякий где. Что это? Двое еще. Там наверху. Ладно. Ты что-нибудь дропнул хорошее? Ну что, погнали. Погнали вперед. Это все, забираю, бля, 40. А чем у меня рюкзак забит, я, честно сказать, не понимаю. Чуваки, люди, пожалуйста. Спасибо. Надеюсь, мы в этой... Дай пройти, а. Надеюсь, мы в этой... Они даже не благодарны. Нет бы сказать спасибо, спаситель. Ой, чувак, извини, извини. Я не специально... Кто там так стреляет? Я тоже никого не щажу, так что... Да хорош. Есть. Хедшотики проходят. Нет, это хорошая снайперка тоже. Она быстро стреляет, поэтому это главное. Так, дальше смотрим. Ну, в эту сторону идем спокойно. Не спеша, так сказать. Быстро выполнили инцидент. Собственно, ничего плохого в этом нет. Быстрее пройдем дальше. Хорош. Куда ты собрался ставить? Так, женщина. Я буду молиться за тебя. Спасибо, мать. Чем у меня забит? Я-то думал, не осталось больше добрых людей. Что занимает столько места, я не понимаю. Или вот эти улучшения тоже теперь считаются за это? Блять, первый. Он стоит где-нибудь? Надеюсь, нет.
11 тоже нахер. Я просто... Так, подождите, 38. Вот давай, 9 уровня. 30, действительно? Ладно, тогда надо их разобрать тоже нахер, большинство. А у меня есть требуем фильтр 3, так что все нормально. Где? Кто? Вижу. Чувачки. А если... Вот так. Ха-ха, мудаки. Да, я когда бегал, собирал разведданные, там было еще... Пару раз я наткнулся на боссов таких. Самые жесткие были, это опять, блядь, эти долбанные чистильщики. Попадались несколько. Вот сейчас мы сделаем красиво. Ах, тебя я поздно увидел. Хорош. Так. Подбираем все, потом будем разбирать и крафтить. А, это исследование вируса, ладно. Не вопрос. Погнали. Внимание! Проверка на заражение. Найдите и включите вирусные сканеры. Тут их... Надо, небось, вниз спускаться. Да, ну давайте сначала пробежим так, по поверхности, может, где-нибудь есть. Ладно, пойдем. Вот вирусный сканер. Чем тебе не нравится? Внимание! Проверка на заражение. Так, 2 из 4, они еще и не отмечаются теперь на карте, отлично, замечательно. Ладно, просто бегаем, бегаем, изучаем. Слушаем, их слышно, это очень хорошо. Вот он еще один. Внимание, проверка на заражение. И тогда вылезаем отсюда наверх. Давай, давай, давай. Так, 28 метров здесь, 21, 19, 20, тихо, 16, 14, ну то есть в этой стороне, хорошо. Да где? Да хорош. Давайте хотя бы полутаем рюкзак с керамическими пластинами. У нас еще времени достаточно. Давайте сразу посмотрим. Так, живучесть слегка. Броня, сопротивление возгоранию, конечно, тогда. Это все снимаем. Сюда ставим. Баллистический щит. Нет. Нет. Первая помощь, да. Либо вот так даже, давайте так оставим. Так, ладно, где? То есть метры это особо на них смотреть не надо, они ничто не показывают, они так. Надо ориентироваться на слух. Как услышим, что где-то что-то пищит, это наш сканер. Блин, ну чувак, соберись. Давай, 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 давай. Да где? Ну что? Да хорош.
Но по идее тогда внизу все-таки, нет? А, вот он. Твою мать, ну надо же. Внимание! Проверка на заражение! То есть просто тут две ямы было, ладно. Давай, побежали передавать. Тут, кстати, как-то спокойно, чересчур. Никого нет, никто не атакует нас. Проверка на заражение завершена. Данные. Или, может быть, сложность в том, чтобы добраться до третьего уровня фильтров. Ну, не знаю, пусть будет так, ладно, я не жалуюсь. Давай сюда. Многим моим деловым партнерам довелось побывать в исправительных учреждениях. По недоразумению, понятное дело. Но вот эти ребята из Райкерса, они совсем отмороженные. Хватать людей прямо на улице. Мы так никогда не делали. Люди платили нам за защиту, и мы их защищали. А теперь ты иди их защищай. Это то есть... Выход из зараженной зоны. Под землей, ладно. Зачистите сектор, не вопрос. Гопников надо валить. Обнаружена телефонная запись, это хорошо. Телефонные записи, кстати, интересно слушать, мне нравятся некоторые. Есть прям... Из них узнаешь еще больше о том, что какие мудаки-чистильщики, и как хорошо, что мы убили этого Джона Ферра, или как его там. Ты знаешь, что надо делать? Все, нет. Нет. Все. Освободите гражданских. Да хорош ты, встань. Да, винтовочка это шикарно, мне нравится. Она прям ух. И хедшотики проходят. Правда, они 16 уровня, все равно. Все-таки не так. Люди спасены. Отлично. Что тут? Аптечка. Спасибо 5. Тебе. Пожалуйста, чувак. Всегда рад помочь. Обращайся. Поговорите с сотрудником ОТГ. Не вопрос. Здесь ведь можно выйти, да. Не забывай. Делайте свою работу. Нужно. Вот. А, новая задача. Хорошо, давай. Вот и телефонная запись, послушаем. Давай. В любом случае, если встретите агента спецотряда, оказывайте ему всяческое содействие, потому что именно эти люди и должны будем стрелять сверху. Ах ты, дерьма. Сучка! Блять, куда ты, знаю, сука, прыгнул? На полную, пожарные, копы, ребята из службы отлова животных, все как один молодцы. Но иногда самим не справиться, и надо вызывать подмогу. Кризис разрастается, такая нам подстава была сейчас. Городу требуется больше, чем мы можем дать. Ой, я нажал на автомате Ctrl. Давай. Ну, где ты? Я начал слушать телефонную запись и отвлекся, и нажал на автомате не пробел, а Ctrl. Нихера даже... Вот это да, я, кстати, не знал, что тут можно долбить бетонные стены-то, оказывается. Ну, чуваки, дайте ему высунуться. Блять, ну... Хорош, ну дайте им ей высунуться. Ну вас жопу, я пока полутаю. Ну, давай. Я вас всех порешу. Вот и все. Включить питание. Здесь мы можем забраться, да. Давай. Ну так учись, тренируйся в тире. У нас, кстати, на базе есть тир, так что ты приходи, чё. Сюда, как тут запутано. Перезарядим автомат. Здесь нет. Ну и чё, ничего, полутать даже нечего. Ну так нечестно. Давай. Блять, да что со мной, а?
Следующий чувак. А, ничего себе, как можно. Есть еще кто, нет? Вот и все. Какая длинная операция. Где гражданский? Ты здесь? Хорошо, давай. Люди спасены. Вот и все. Правильно. Пусть эти уголовнички не суют нос, куда их не просят. Вот и кобура. Чертеж маски и кобуру нам дали. Не, ну конечно надо одевать, она хороша. Снимаем модификацию сюда, смотрим, что можно ставить. Самонаводящаяся мина, первая помощь, баллистический щит. Ну ладно, тогда баллистический щит. Здесь разбираем ее. Понятно, урон в секунду чуть, ну, существенно меньше сейчас, но да ладно. Так, эхо, это я все потом буду делать, пока не хочется. Слушай, я в электронике вообще не шарю. Кроме той, которая вроде как бесхозная и которую можно быстро сбыть. Но мой племяш говорит, что у нас то ли антенна сломалась, то ли еще что. А раз эти электрики вместо того, чтобы работать, ходят и делают из людей карбонару, значит чинить будешь ты. Да, мы работаем с каким-то гопарем. Который, ну, собственно, он и есть гопарь, он же говорил, что он тут на районе. Опа, прям бег с препятствиями, опа! Наверх. А вот не люблю здесь вот задания, которые наверху, потому что хер найдешь как-то забраться. Автомат есть, хорошо. Есть. Починить антенну. Если я его встречу, хорош. Зачетный выстрел, теперь моя очередь. Здесь немного неудобно, что прицеливаться дополнительно на тап. Это довольно странно. И из-за этого, получается, ты медленнее стреляешь, чем они. Ладно, то есть нам туда все-таки хорошо. Все понятно, давай. Ну где вы? Какой музон прям тревожный. Надеюсь, тут не будет никаких чистильщиков с этими баллонами. Блять, так они меня бесят. Это просто жесть. На открытой местности еще с ними воевать нормально, но в закрытых помещениях, особенно с этими толстыми, которые жарят так мощно, что ты прям не знаешь, куда прятаться, это нереально. А чему солнце такое тревожное тогда? Вижу. Я понял, давайте вот так. Нормально она пробивается, кстати. Прям шикарная винтовка. Ах, повезло тебе, чувак. Тебе продолжает вести. Я буду стрелять тебе в руку. А вот и все. Так, по идее мы приближаемся к 20 уровню. Где? Здесь явно что-то полезное. Армейский М9. Отлично, потом посмотрим. Там еще кто-то прибежал вроде. Нет? Хорошо. Давай, прыгай. Кто бы мог подумать? Вот и все. Работает, зараза. И где тебя такому научили? Хотя нет, не говори. Чем меньше я знаю, тем легче будет все отрицать на суде. Это правильный подход. Так, вот броник нам нужен хороший. Это что? Это херня. Разбираем. Так, здесь ничего. А рюкзак это тоже разбираем, он уже ни к чему. Здесь... Не, ставим, конечно, у них такая живучесть. О чем вообще думать? Урон в секунду меньше, надо компенсировать будет другими. Так. Что здесь?
Здесь только ствол, да? Но он прям вообще на капелюшечку хуже, но он зато... А будет сейчас получше, да? Да. Нет, не будет лучше. Стабильность. Но зато опытность, если оружие больше урон... Да ладно, давайте поставим, ничего страшного. Надо просто бегать с низким уровнем оружием, тоже не круто. Но это все говно. Это прям помечаем как хлам. И разбираем. Я так пока и не понял, имеет ли смысл копить деньги и покупать что-то из оружия. Либо имеет смысл, или либо просто больше находишь. Давайте сюда идем. Что происходит? Кто там стреляет вообще? Что? Куда я бегу? Нет, не сюда мне надо. Меня просто смущает этот тревожный музон. Вроде ничего тревожного не происходит, а музон-то напрягает. Прям что такое? Поддержка ОТГ — это легко. Сейчас обеспечим. Обеспечим парням поддержку, так сказать. Давай. Следующий. Оп! Прям олимпиец. А в мертвой зоне, говорю, в темной зоне, в принципе, мне понравилось. Просто надо действовать более внимательно, и все. Ну и там просто, что враги более прокачаны, это понятно. Блять, аптечка, ну ладно, возьми. Чувак, я не питаю надежд пустых. Ты мне не вернешь не то, что долг, ты мне даже сраный рюкзак отдал просто так. А не какой-нибудь хороший и качественный. От вас не дождешься, давай. Внимание, сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом. Из малого калибра. Это мародеры. Всем бойцам ОТГ. Прием. Хорош, быстрей. Завершен, передаю координаты. Я уже нашел, чувак, спасибо. Ах ты, попал прям в голову ему, блять, на. Следующий. Где, блядь, кто так шмаляет? Здесь еще противник. Поговорите, где-то дрон наверху. Вот дроны, кстати, тяжело искать, потому что надо тяжело них искать, тяжело забираться наверх. Так, ладно, давай. Без вашей помощи мы бы погибли. Да ладно. Теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на дрон по ОТГ. Внимание. Тихо. Давайте, пацаны. Сейчас. Да сейчас я полутаю, приду, успокойтесь. Давай. Аптечка, вот, нормально. И инструменты, и все. Я иду уже. А как ты прошел через стену? Хорошая, не заходи сюда. Тут занято. Пацаны, это вам. Ты слишком борзый. Где? Внимание, к вам приближается противник. Противогаз. Я нихера не вижу снег. А они меня видят, это я знаю. Давайте пометим их. Следующий. Перезарядим быстро. Давайте обойдем. Хер ты угадал. Сектор под контролем. Враг ликвидирован. Рюкзак 16 уровня хороший, но... Можешь, но нам уже не надо. Помогать, я только за. Я понимаю, что ты только за. Так. Продвигаемся-то вообще прям ударными темпами, смотрите-ка. Погнали. 20 уровень. Вот. Собирается захапать себе наши припасы. Славный он парень, этот Вик. Я знал, что он вернется.
В общем, нельзя позволить, чтобы припасы угодили к ним, иначе тут такое начнется. Так. Не, ну он вообще слабенький, 20 уровня. Ладно, разбираем, он ни о чем. Хоть и 20 уровня, здесь 16 уровня, разбираем, да. Здесь 16 поддержанный, успокойтесь. Это 16, 19, нет, ну конечно нет. О чем вообще говорить? Так, продолжаем наш путь. Патроны пока есть. Обнаружены электронные компоненты. Это полезно. Это надо забежать. Чертежи, я вот не знаю. По идее, только находить, выполняя побочные миссии. Никак, они нигде не продаются вроде. Поэтому, конечно, тут двояко. Вроде крафтить выгоднее, но с другой стороны, ты часто не, как вот мы видим, например, улучшение оружия купить проще. Купить, потому что продаются более качественные. А, здесь. Ладно, давай. Защитим зону выброски груза, не вопрос. Внимание, приближается противник. Давай, сейчас прыгаем. Хоп. 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 Где противник? Блять, тут, конечно, позиция не очень удобная. Покажите, вот, вижу. Откуда вы придете, чуваки? Ну, давай. Ну, хорош. Следующий. Ты куда полез, блядь, мудак? Следующий, погнали. Давай, 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 защищаем. Защитим груз. Не дадим, так сказать, разворовать товары, не товары, а боеприпасы. Или что там, не знаю, что там у нас в грузе. Короче. Где? Вижу. Пропавший агент. Можно выполнить тоже. Это, в принципе, легкие задания, а не так. Внимание, приближается противник. Давай сразу посмотрим, что тут. 20 уровень. Еще десяточка, и мы достигнем максимального уровня, и тогда пойдет жара. И в темную зону надо все-таки ходить почаще, потому что там... Слышь, блядь. Слышь, блядь, вы чё себе позволяете, мудачё? Кто там ещё? Последний, ты? Ты стрелял? Внимание, приближается противник. Да хорош, я уже тот защищал, сколько можно. Где? Вижу. Опять четверо. Чё там бегаете, блядь, спортсмены долбаные? Трое. Двое. Где? Чувак, ты умираешь. Блять, да хорош, а. Вот такие моменты бесит. Внимание, приближается противник. Да сколько можно-то? Сколько можно защищать груз-то? Хорош, а. Я, конечно, сел там. Перезаряди, прям почти всех положили. Да хорош ты стрелять. Все, да наконец-то. Теперь и правда можно положиться. А припасы, которые там были, считай, и не обгорели совсем. Ну да, нормально.
Так, смотрим дальше. В принципе, что? Пропавший агент и два инцидента. Давайте, наверное, сюда пробежим. Выполним два инцидента. Пропавший агент, я его выполню потом, наверное, в принципе. Нам главное выполнять задания по сюжету сейчас и дополнительные. Ну, девочка, я знаю, знаю. Груз обнаружен. Передаю координаты. Давайте вот за эту тачку станем. Ягуар, что ли? Все. А, отметить ресурсы. Да-да-да, давай. Запрошено подкрепление от К. Внимание, приближается противник. Внимание, вам приближается противник. Следующий. Ёб твою мать, внимание. Вот это не вовремя. Обнаружено самодельное взрывное устройство. Внимание, к вам приближается противник. Вот это было неожиданно. Тревога. Взрывное устройство. Да где? А, все, все, так бы сразу и сказал. Блять, и этот, сука. Откройте глаза! Давим, давим. Есть. Внимание, к вам приближается противник. Откуда? Вижу. Внимание, взрывное устройство. Блять, хорош, чуваки. Еще 40 секунд, я уже перевалил. Тут не знаю, скоро места для трупов не останется. Ну это походу все, да? Нет? Здесь что-нибудь есть закусочное полезное? И лимонада даже нет, ни воды, ну так не бывает. Что это за закусочная такая? Что это за Макдак? Хоббис. Не знаю, есть ли такие в Нью-Йорке. Но читал, что она установлена в игре. Ну, в принципе, видно, что детально проработан Нью-Йорк. И в Нью-Йорк я не был, хотел бы съездить. Как-нибудь надо прогуляться там, поглазеть на Статую Свободы, посетить рестораны. Ну, не такие, конечно, нормальные. Все? Да. Груз под контролем. Координаты переданы в ОТГ. Отлично. Да не туда, не туда, тут. Так. А это уже относится к этому опорному пункту. Туда мы так и не дошли, да, тогда. Ух, ух, кто помнит, да, там была жесткая серия. Нас там принимали очень. Но сейчас-то у нас 20 уровень, мы должны дойти. И дойдем. Да, чувак, чем тебе помочь? Протеиновый батончик бери. Я тебе очень благодарен. Да ладно, не за что. Конечно, убили, и тебя убьем. И почему ты говоришь «они», здесь я один. Ха, действительно, кстати, можно углы отбивать. Я не обращал внимания до этого, что можно углы отстреливать у бетонных конструкций. Это прикольно, мне нравится. Так. Это агент опять туда, в переулок, небось. Нет, прямо. Давайте посмотрим, если мы найдем ее. А где, подожди? Давайте агента пока выследим, раз уж так совпало. Дом. Ну да, в дом, только выше, да? Да.
Давай, давай, давай. Так. Ну и туда. Давай, 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 давай. Это какие следы? Ну это сейчас нам туда, за здание полюбас. Давай, обыщем. Ничего, и здесь, собственно, где-то... Наверх, я так понимаю, да? Лифт работает, нет? Да, смотри-ка. Давайте прокатимся на лифте. Я надеюсь, я не приехал сейчас к каким-нибудь мега жестким парням прямо. А, блять, я аж думаю, что за херня? Здесь нельзя, это в лифте нельзя, успокойся. 9 из 10 и все, где он? Вот и все, 11 агентов мы уже нашли. Ладно, возвращаемся обратно. Спасение заложников. Давайте эту миссию выполним и тогда метнемся на нашу базу. Посмотрим, можно ли что-нибудь построить уже. Наверное, можно, потому что мы, в принципе, выполнили несколько заданий, получили очков дофига различных. Здесь есть что-нибудь полезное? Нет, ни хрена. Ладно. Ладно. Уходим. Так. Теперь смотрим. Надо смотреть, где. То есть это надо наверх забираться. На вот это здание, да? Продолжай в том же духе. Ладно. Как скажешь, барышня. Так, инструменты. Инструменты, инструменты еще есть? Да, он там, по-моему, нет. Да. Я прям сначала показалось мне, что этот ящичек можно осмотреть, а потом я засомневался, но напрасно. Вот, вот и лестница. Хорошо, как он прыгает. Ух! Хорош! Заминировали все, суки. Сейчас будут по мне еще стрелять. Вот увидишь. Внимание! Обнаружен противник! Когда-то на ОТГ-шную базу приедут новые грузы. Вот хочет знать. Слышь, что тебе говорят? Кончай прикуриваться! Давайте вот так. Хедшотики раздавать будем. О-о-о-о-о, тихо-тихо. Хедшоты хорошо, вон, сучка. Ха! А, как? Как его? Как прямо, а, прилетел ему хедшот. Он прям, небось, сам охерел. Да я в курсе. Давайте прямо тут встретимся. И давай прям на пистолет перекручимся. Все. Я просто боялся, что у меня закончатся патроны, и... но пистолет у нас убойный, так что... Так что все нормально. Действуем наверняка, как говорится. Ну вот. Ну, заложники. Ё-моё. Я думал в этой каморке, а не совсем в другом здании. Ладно. Погнали. СОС. Палаточный лагерь. Да, здесь деталька. Не, мне нравится. Игра очень хорошая. Не знаю. Ubisoft
как я в первой серии говорил, многие хейтят его. Не знаю почему, мне в принципе насрать, кто делает игры. Главное, чтобы игры были хорошие, интересные. В конце концов, игры такая вещь. Это даже тяжелее, чем с фильмами и книгами оценивать качество и прочее. И тем более не играть, не играйте. Я как-то спокойно отношусь к производителям и прочее. И уж точно я не говорю, что если игра делается Ubisoft, значит это автоматически отстой, как многие, но... Не знаю, мне по барабану. Ладно. У нас, в принципе, в этой зоне что осталось? А нихера не осталось. Давайте выполним сегодня, прикинь, вот, сейчас этот добежим. Этот большой G, хамло, каких еще поискать, пустил тут слух, что хочет подмять под себя весь квартал. А если кто будет возражать, он из того сделает показательный пример. Мы оба знаем, так не пойдет. А то просто это в самом краю локации, потом бежать опять далеко, нахер это надо. Мы лучше сейчас выполним, пока тем более идет, вон как, большой G, то есть это босс, и сейчас, небось, два его помощника, как обычно. Пока идет нормально, патронов, конечно, маловато, кстати. Ну ладно, посмотрим, надеюсь, нам хватит. Бомбы пусть потом патрули ОТГ разминируют, взрывают, мне насрать. Я буду оббегать их стороной. А, на крышу, ладно. Где телефонная запись? Так, народ, слушайте, мне поступило много вопросов насчет этой директивы 51, ребят с оранжевыми часами. Никто не понимает, кто это такие, откуда они взялись. Ну, сегодня ваш счастливый день. Я вкратце изложу вам суть. И после этого, чтобы больше никаких вопросов. Так, значит, перво-наперво. Да, выбор у нас нет. А как я должен делать-то? Директиву 51 подписывает сам президент. Так что тут без вопросов. Если ее инициировали, надо подчиняться. Понятно? Блять, и моя турелька без пальца. Ты не попал, мудила. Присядь. Давай перебежим сюда. Перезарядись. Хорош. Заряжайся. Все, последний выстрел. Есть. Отлично. Один готов. Осталось еще двое. Второй помощник и сам большой G. Блять, это, конечно, было очень громко, но ладно. Так, ну чё? Чувак, вот это точно. Блять. Быстрее, 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 быстрее. Ну все, один выстрел. Ну да. Есть, отлично. Блять. Как я удачно турель-то поставил. Хорош. Спрячься, спрячься. Надо так. Блять, ну надо же. Я что-то за перенервничал, так сказать. Ликвидация Флейтон. Ладно, тогда давайте так сделаем. Хотя нет, надо его добить, чего уж тут остался один. Он один остался, тем более. Нет, хотел сказать, давайте остановимся на этом, но нет, нельзя так. Не надо заканчивать серии на незаконченном задании. Блять, ну вот он тут стоит, меня сейчас сразу разнесут. Я даже не вспотел.
Уйди отсюда нахер, мудак. Я даже не вспотел. Блять, прыгай. Прыгай, мудак. И давайте бежим вот сюда. Надеюсь, он хотя бы подойдет к краю. Перезарядись. Есть большой джоготок. Если кто спросит, скажи, что мы кореша. В наших краях это круто быть моим корешем. А в моих нет. Так, винтовочный глушитель Омега. Надеюсь, он хорошего качества только, а не какой-нибудь отстой. Так, это забрали. Дальше. Здесь что-нибудь есть полезное? Так. И патрончики. Ладно, осталось, что там у нас? Осталось у нас одна... Один инцидент. Что это? Захватить груз. Ладно, это быстро. Если с ними не придет большой Джо только. Где она? А, вот все. В самом низу. Погнали. И тогда на этом закончим. Серия получится ударной, конечно, один небольшой косяк в конце. Ну да ладно, это бывает. На, пожалуйста. Это мне здорово пригодится. Кстати, у нас-то 20 уровень-то уже прокачивается довольно быстро. Скоро и 21 будет. Кто такой смелый? Внимание! Сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом! Из малого калибра! Это мародеры! Всем бойцам ОТГ! Прием! Поиск источника сигнала. Анализ завершен. Передаю координаты. Я не знаю, зачем я взял пистолет. Ну да ладно. Говорить с сотрудником? Нет, я не хочу говорить с сотрудником. Давайте выполним это задание. А потом уже, если что, переговорим. В принципе, можно. Оно, если близко, то можно его выполнить, не знаю. Серия получается немного долгой. Ну да хер бы с ней. Так. Кстати, патронов-то мы восстановили, так что у нас пока все нормально. Поможешь нам найти этот груз? А, спасибо. То есть вот так... А, это та. Блять, ну не говорите мне, что это наверх надо бежать. Ну ладно, лома. Еще и бомбы кругом. Не круто совсем. Хорош, пацаны. Дайте мне аптечку ширнуть в себя. Давай. Берем припасы. Тогда зря я говорю, что это быстрая серия. Это долгая серия, потому что долго идешь. Давай. Быстрее, родной. Да, вот эти серии, конечно... Ой, не серии, вот эти... Миссии, конечно, полный отстой. В плане того, что они очень медленные и бессмысленные. Блять, еще и... Хорош! Ладно, меня слегка покоцало. Давай. Быстрее. Хорошо, что хотя бы два груза, а не 500, как порой. Wash your hands. Да, это полезный, кстати. Не забывайте мыть руки, да. Тут. А то видите, какая херня может произойти. Не будешь мыть руки, и потом херак какой-нибудь вирус. А ты уже не подготовлен изначально. Где? Кто? Наверху, хотите сказать, тоже?
Ебись. Нет, не наверху, вот тут вот. Блять, ну это далеко. Телефонная запись, заодно послушаем. Итак, ладно. То же самое формальным языком. Начиная с этого момента, мы объединяем усилия со спецотрядом. Операции будем проводить совместно. За нами остается автономия по части стратегии и реализации, но в спорных ситуациях. Последнее слово за агентами спецотряда. Надеюсь, до этого не дойдет. Вы и без чужой указки знаете, когда спускать курок. Давай, давай, еще один. Быстрей. Хорош. Пистолет зато перезаряжается очень быстро. Это его плюс. И довольно убойный у нас, что ни говори, так что... Аптечка, деньги. Деньги, аптечка. Прям джентльменский набор. Так, ну все, тогда мы выполнили еще один инцидент, получается, и в этой зоне карт, в этой локации, в принципе, все задания выполнены. Прям вообще мы красавцы. Красавцы! Груз обнаружен. Вот и все. Городу повезло, что ты за нас. Правильно, я думаю. Да, получается, мы вернемся в опорный пункт. Давайте так, мы переметнемся в опорный пункт. И на этом закончим. Я даже не буду подходить, ничего там не выполнять задание. Просто переметнемся и закончим эту серию. И продолжим в следующей. Поговорим на опорном пункте. Метнемся на операционную базу. Отстроим ее. Посмотрим, что у нас есть. В принципе, что мы можем. Давайте вот глядя на бильярдный стол с киями. И вот эту стену, которая расписана красиво. Скажем... На этом все. С вами был Changer. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся в следующей серии. Пока.